Кто-то из звезд разводится громко, со скандалами, пиарясь на расставании. Но есть и те, кто не выставляет личную жизнь на всеобщее обозрение. Сегодня мы расскажем вам про знаменитостей, которые скрывали развод до последнего. Сергей Светлаков и его жена Юлия прожили вместе 14 лет. Однако в последние годы супругам стало трудно. Начались ссоры, и они решили развестись. Разрыв шоумена удавалось скрывать 7 месяцев. Более того, он смог прятать от коллег и папарацци новую избранницу Антонину Чеботареву вплоть до рождения сына. Хотя российская актриса Любовь Толкалина официально не состояла в браке с режиссером Егором Кончаловским, они прожили вместе почти 20 лет. О расставании пары поклонники заговорили в 2010 году, однако подтверждена эта информация была лишь в 2017. Паре удавалось скрывать расставание 7 лет. В 2016 году пошли слухи, что брак Виктории Бонни и Алекса Смерфита трещит по швам, но Боня уверенно отрицала сплетни. Это длилось полгода, пока в феврале 2017 года в сеть не попали фото Смерфита, целующегося с незнакомкой. Тогда звезде реалити-шоу пришлось подтвердить расставание. Развод солиста группы Ума Турман Владимира Крестовского стал одним из самых неожиданных, особенно если учитывать, что у пары четверо детей. Документы были оформлены в 2013 году, хотя фактически семья распалась еще за 2 года до этого. Тогда Крестовский встретил модель Ольгу Пилевскую и вел двойную жизнь, оставаясь для поклонников порядочным семьянином. Брак Анфисы Чеховой и актера Гурама Баблишвили оказался непродолжительным. Влюбленные зарегистрировали отношения официально лишь через 3 года после рождения сына, а через 2 года развелись. Некоторое время Чехова продолжала публиковать семейные снимки, не желая вызывать лишних подозрений, чтобы была возможность спокойно решить все вопросы и разделить имущество. Еще один звездный развод произошел в середине сентября 2017 года. Певица Ферги и актер Джош Дюамель объявили о разводе. Позже знаменитость призналась, что они развелись еще в начале того года, но не афишировали эту информацию. К звездам, пережившим развод, относятся Юэн Макгрегор и Ив Мавракис, которые прожили вместе 22 года. В конце октября 2017 года стало известно, что Макгрегор не живет с семьей уже с весны. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также рекомендуем вам посмотреть видео «Самые громкие разводы российского шоу-бизнеса». Ссылка на выпуск в описании.